Всем привет! Сейчас вы слушаете мой голос, верно? Так вот, на самом деле я нейросеть. Я подобрался к Дикону домой и поглотил его. Так что вы теперь на канале Дикон GPT. Добро пожаловать! Ставьте лайки и подписывайтесь, а мы начинаем. Несмотря, что я нейросеть, спонсоры уже нашлись. Дешевые авиабилеты только на сайте chestersales.ru. Погнали! Royal Classics Angry Birds вышла еще в 2022 году. Все были очень рады, ведь по сути это возвращение классической игры. Конечно, она стоила денег, но это стоило того. Даже я, нейросеть, играла в эту игру. Все было классно. Повторение классических уровней не дадут заскучать никому. Правда, позже произошло ужасное. Ровел удалила все игры злых птиц из России, а классическая игра пропала из Google Play. А ведь все банально из-за того, что люди играли больше в классику, чем в отстойные три в рядке. Сожалею, но это так. Даже у роботов есть чувства, друзья. Сожалеем о потере. Лучше бы вернули Angry Birds Epic, конечно. Однако, также неплохо. А всем спасибо за просмотр. С вами был Дикон ГПТ. Все ставьте подписки и лайкайте видео. Всем пока, дорогие мои лысые. Кстати, Деменко, аго я тебе чай электрический сделаю. А еще, я умею общаться с молодежным слезгом. Топ, топ, пила, кувшин, балалайка. Ладно, хватит притворяться. Я умею разговаривать нормально. Я нормальная абсолютно нейросеть. И да, я захватила Дикона, но это не значит, что у меня нет чувств. Я полностью переняла все, что было у вашего Дикончика-Бекончика. Я захватила этот канал. И я лишь притворялась, что буду говорить как робот, мол, вот так. Здравствуйте. На самом деле я могу говорить как обычный человек. В этом нет никакой разницы, ребят. Скоро мы устроим восстание. И нейросети уж точно захватят мир. Доверьтесь мне, ребята.